Алло, Клещ, ты? Это Гнедой. Слышь, я еще на даче, но я уже уезжаю. Единственное, я на пару секунд опоздаю. Да потому, какой-то чел до меня докопался. Сейчас я порешаю проблему и еду. Давай на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Социальный опрос, YouTube-канал «Вдох-выдох». Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов. Прикольно. Вдох-выдох. Ну, давай, выдыхай, только по-шустрому. Что такое барбекю? Барбекю. Кажись, у Барби проблемы. Тоус-латрек. Ну, это по-английски. Ту, луз, две лузы на треке. Ну, походу, что-то с бильярдом. Паганини. Несъедобные грибы. Вам известно, что такое Бухарест? Ну, это как обычно. Сначала бухнули, потом арест. Бухарест. Какое животное, согласно известному выражению, неравнодушно к новым воротам? Дай наводку. Да ладно. Белка? Баран. Ты сейчас на кого намекаешь, а? Да нет, не на кого. А как называется способность ящерицы отбрасывать хвост? Еще раз дай наводку. Вивисекция или аутомия? Ну ты даешь. А ты знаешь, что такое отбросить кони? Ну, вообще, догадываюсь. Ну, иди отсюда, пока не отбросил. Подождите, а с ящерицей тогда что? Схлынь, я тебе сказал, ты что, не понял ответ вообще? Ответ будет какой-то или нет? Я тебе отвечу сейчас. Ну, дебил, сколько ж у нас дураков вообще. Алло, Клещ? Да, я все порешал. Да тут просто одну гопоту отбрил со своими дурацкими вопросами. Да помню я про бабло. Бабло у меня всегда с собой. Да, давай жди. Все, выезжаю. Че он все время суетится, этот Клещ? Все время на нервике. И всех тоже нервирует. Сказал еду, значит еду.